Более 120 ребят с активной гражданской позицией собрались в музейно-выставочном комплексе «Артишок» на обучение и панельную дискуссию. Все они планируют стать наблюдателями на выборах. Мероприятие организовано в рамках проекта «Подмосковье – это мы». Сегодня у нас стартует череда наших окружных обучений. Мы поедем по всем округам Государственной Думы. Это большие агломерации, где-то по 5-6 городских округов в их составе. Мы обучаем молодых наблюдателей, которые в дни голосования 8, 9, 10 сентября выйдут в качестве наблюдателей, будут следить за легитимностью, за порядком. В рамках панельной дискуссии участники общаются с почетными гостями, задают вопросы и выражают свое мнение. Многие совсем недавно решили стать наблюдателями, поэтому очень важно получить нужные наставления и узнать необходимую информацию. Я участвую первый раз в молодежном проекте «Подмосковье – это мы». Буду пробовать развиваться, изучать что-то новое и вижу себя в новой сфере. В проекте «Подмосковье – это мы» участвуют специалисты из разных областей, общественные и государственные деятели, готовые передать свой опыт молодому поколению. Я считаю, что это тоже один из моментов, как мы сейчас любим говорить, патриотического воспитания. Это действительно патриотика. Не быть в стороне, не быть просто осуждающим, не быть равнодушным к тому, что происходит там, где ты живешь, там, где ты хочешь себя проявить и строить свою жизнь в дальнейшем. Подобные форумы пройдут во всех 11 округах Московской области, что позволит привлечь большое количество активной молодежи. Самое главное, чтобы выборы были честными. Это один из основополагающих столпов всей нашей жизни, в том числе, конечно же, выборного процесса. Поэтому ребята сегодня позадают вопросы, получат, я уверен, все ответы на те вопросы, которые у них есть. Чтобы стать молодым наблюдателем, можно подключиться к проекту «Подмосковье – это мы». У проекта в каждом округе есть координатор из числа молодежи. Также можно обратиться через исполком партии «Единая Россия». Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.